И вот я приехала в свой дом родной, на свою родную улицу. Сейчас пойду, открою калитку, это моя сумочка уже тут стоит, и сниму, как будут встречать меня мои собаки. Это моя Ива Козья. Радует всех. Наш домик. Теплые полы сделали. Котел установили. Дырку вчера метр просверлили, не нашли канализацию. Пришлось все на ходу менять. Здесь теперь у нас будет раковина. Что они запитали, Андрей? Да. Там сказали, что нет возможности, поэтому запитают так. А здесь что будет? Здесь умывалка. Будем умываться. Все, здесь унитаз, здесь душ. Все хорошо. Вот. А здесь потом надо придумать, как. Тут банька. Все круто. И вот, видишь, батарею поставили. Я не сделала еще батарею. Так, идем на второй этаж. Здесь вот видишь, половина выпилили, половина нет. И второй этаж. Теплые полы. Здесь у нас будет. Ой, как-то не очень красиво сделали. Биде и раковина. Ну как сделали? Так. Андрей, ты где? Тут тоже рядышком совсем. Ну и все, там коллектор. Уже 11 октября.